Я хотел выйти со словами: я один из бывших, который имел счастье общаться с Людмилой Марковной. Она, кстати, очень не любила, когда ее называли Людмила. Я ее называл Косточка. Девушки, подружки ее называли Бабушка. А вообще-то ее все называли Люся. И только когда она повзрослела, она стала привыкать к Людмиле Марковне. Это удивительная женщина, невероятно талантливая. К чему бы она ни прикасалась. Однажды пришел Володя Высоцкий, они дружили, она дружила с Володей, с Севой Абдуловым. Пришел Володя Высоцкий и говорит: «Люсь, а что ты на гитаре не играешь?» Она говорит: «Запросто. Приходи завтра, буду играть». И она целый день сидела и училась играть на гитаре. Когда Муслим Магомаев отправлялся на фестиваль, она ему первая на нашей эстраде пошила концертный костюм «Жабо». Вот только «Жабо» еще ни у кого не было. Было только у Муслима, который придумала Косточка. Она была очень любящей дочкой. Я перевез в 1968 году из Харькова ее родителей. Она безумно любила Марка Гавриловича и Лёлю, свою маму. Марка Гавриловича она боготворила. Он был очень оригинальным человеком. Он любил ожидать меня в 7 утра на кухне за чаепитием. И когда мы с ним пили чай и выходила из спальни Люся, он говорил, он меня называл Осип. Он говорил: «Осип, и что ты в ней нашел? Ну ты ж посмотри». Ну она, естественно, с утра нечесанная в рубашке. Он говорит: «Ну посмотри, это ж полуурод». Она говорит: «Папа, к вечеру богиня». Вот у них была такая связь, они не могли друг без друга. Любила Людмила и собак. Я привез из птичьего рынка японского хина, догиню Габи. И она сонная любила их выгуливать, пока не приехал Марк Гаврилович. Но я сожалею о другом. Ее очень сильно обидела жизнь. Так ярко началась ее жизнь в кинематографе. Спасибо Рязанову, который сделал ее суперзвездой. Но на этом все и закончилось. Она безумно была талантлива. В ней все сочеталось. Она была невероятно музыкальна, невероятно пластична. Она импровизировала. Когда она танцевала, Люба дорого было на нее просто смотреть. И однажды пришел к нам в гости такой конферансье Эмиль Радов. Вот. В доме, у которого я, собственно, познакомился с Людмилой Марковной. Пришел, и Людмила говорит: «Миля, давай напишем песню». Он говорит: «Ну, сыграй мне музыку, я попытаюсь тебе написать». Она написала, и я решил ее вместе с моим другом, народным артистом России Алексеем Евсюковым, восстановить эту песню. Эта песня на стихи Эмиля Радова называется «Мария». Три минуты в течение часа корабли молчат в океане.
сигналит лишь тот, кто в беде оказался. И однажды сигнал раздался. Мария, ты слышишь, я люблю, Мария. Ты помни, я люблю, Мария. Ты знаешь, что я люблю, Мария, Мария. Пусть мир наполнен будет именем Мария, пусть над миром льется песня о Марии. Я люблю, ты слышишь, я люблю, Мария. Это сердце чье-то кричало о своей любви всему свету. Признание, как чайка, над морем парило. Каждый вспомнил свою Марию. Мария, ты слышишь, я люблю, Мария. Ты помни, я люблю, Мария. Ты знаешь, что я люблю, Мария, Мария. Пусть мир наполнен будет именем Мария, пусть над миром льется песня о Марии. Я люблю, ты слышишь, я люблю, Мария. Тают звезды, сгорают кометы, все проходит, любовь бессмертна. Бессмертна, как море, сильна, как стихия, и свято, как Аве Мария. Мария, ты слышишь, я люблю, Мария. Ты помни, я люблю, Мария. Ты знаешь, что я люблю, Мария, Мария. Пусть мир наполнен будет именем Мария, пусть над миром льется песня о Марии. Я люблю, ты слышишь, я люблю, Мария, Мария. Мария, ты слышишь, я люблю, Мария. Ты помни, я люблю, Мария. Ты знай, что я люблю, Мария, Мария, Мария.